С 1 апреля Национальное радио Чувашии возобновит вещание в Красночитайском и Ядринском районах республики. Самые актуальные новости региона и познавательные программы можно будет найти на частоте 105 FM. Президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Как к этому отнеслись жители Чебоксар и чем они будут заниматься, узнала наша съемочная группа. Мне кажется, эта мера вполне обоснованная. Обоснованная. А почему? Ну, меньше людей будут ходить друг к другу в гости, меньше общаться, и поэтому меньше будет зараженных, наверное, так? Я так думаю. А вот вы будете придерживаться карантина, дома Конечно, сидеть? Конечно, я вот сейчас продукты закупила и постараюсь сидеть дома, как велели. Ой, да полно работы дома. Ну, убираться буду, книжки читать буду. Найду чем заняться. Ну, телевизор смотреть. Полно дел, по идее. Это дома всегда полно дел. Я буду дома сидеть, ну, чем-то заниматься там. Лопатки делаю вот это, для сковороды. Ну, у меня, видите, еще проблема. У меня две сестры старенькие. Одной 84, другой 82. Вот. Иногда надо им там продукты покупать и прочее. Вот мне только из-за этого я... А так-то я вообще стараюсь не выходить, конечно. Куда? Зачем? Ну, что думаем? Будем жить так, как есть.